Так, что у тебя там? Не знаю. Вов? Нет, до сих пор лагает, по-моему. В меню хотя... нару вроде. Да. Я готов нажимаю, но у тебя галочка стоит у меня? Ну, нажми еще. Вот я нажимаю, у меня стоит. А, ты модем выдернул, да? Да. Перезапусти в лобби. Ебать, то хуя люди у меня играют. Виртуоз играет. Отлично. Еще одна возможность потренироваться. Отлично. Неохота покрываться ржавчиной. Будем экспериментировать вовсю. Не, не можешь угнаться за остальными? Что ж, в жизни тебе не повезло. Магон. Друзей нет. А, вот почему. Перед вами чемпион. Кайлар. Мне пришлось сделать крюк, чтобы добраться сюда. Смешно, он с ними играет. Я выпускающая. Готовьтесь к свободному падению. Лос есть. Твой разум. Хотя крас, он мне все равно есть, да? Острым, как и твой клинок. Подожди, а у тебя ФПС же, нет? Нет. ФПС я делал дело. Нет. Нет, 40 FPS, мало на. Да, у вас есть редкая возможность увидеть пилота в действии. Интернет? Хочу обратиться ко всем фанатам, которые меня смотрят. Здорово, братва! Опять. Снова. Фул низкий на твой. У тебя уже стоит. FPS сделал. Это интернет у меня даже нет. Ютуб я смотрел, он у меня буферизируется. Прям передо мной, с этого хода зашел. Да. Вот здесь ходит. Не, у меня оружие. За мной бежит. Не, отойду на. Давай помогу тебе уйти за горизонт. Тут шмаляет вот. Чем-то хватит. Замечен враг. Там Horizons, ну, смешно. Под зданием один. Хуярится через молик нас просто. А чё они показался мне этого? Прям послышался. Что, в здании? Да. Ну, там еще один скот пришел. Походу они ходили. Нет. Это они, которые слева. Октан. Октан и... Вон, Гиба, да, Гиба. Я видел, как чел в здание забежал. Думал... На улице кейс открою, а там чел тоже стоит, открыл. Да пизду, оружия не было нах. Четыре этих открыл там. Одни гранаты и эти. Арморы. Это бично.
У тебя даже курс большой или более-менее? Более-менее. Пьем чай. Нет, не интернет. Доброго да, матери. Поехал, лагает. Это дорога наверх. Интернет. Сейчас вот такое около, типа, этого, с интернетом проблемы. Что-то Рейн тоже писал, что у него это лост. У меня вот где-то вот на прошлой неделе на пару дней вот такая хуйня была. Я выпускаю еще. Да, 170 я рассракен с ним, что-то лагал уже. Ну, лост 0. Вам не выстоять против ППС глаза. Вот заколет прям. 40 ФПС, говорю, глаза колет, ну. У кого? У тебя. Черт! Почему? Не знаю, у меня 120 не меньше. Опа, счет появится. Да. Плавно играет. Какая жила. Юг, будь готов. Возле нас приземлился враг. У нас плотник совсем рядом. Здесь дробовик. Со мной заняли. Со мной заняли. У меня кончились боеприпасы для дробовика. Наверху. Я не попадаю. Стреляем. Синяя армада. Я разбила врагу. Граната. У меня кончились боеприпасы для дробовика. У меня на прицеле. А, она. Один красный. Ловлю. Я плохо так. А, нет, не он, нет, не он. Я наебал. Чё он делает? Подай, бро. Нет, там он здание щит сломал. Меня для этого разбудили? Отдуваться за твои очевидные недостатки? Бой не окончен. Вставай. Перезаряжаю щиты. Чемпион доказал, что был недостоин своего тита. Подзаряжаю щиты. Восстанавливаюсь. Секунду. Надо подлечиться. Лечусь. Армор сразу убили. Вот это, кстати, имба сейчас. Осуществляю ремонт. Сейчас нормально стреляю. Секунду, сейчас подлечусь. Новый лидер по убийству? Ну, это еще не победа. Кольцо сужается. Мы все внутри кольца. Фантастика. Погодите, лечусь. Внимание, припасы. 5 гранат наш. Припасы на подходе. Он дохуя гранат. Секунду, надо подлечиться. Зачем они это добавили? Мне нужен ранец. А что, патрук? Нет, спецлайн, тяжелый. Я найду. Здесь ствольный стабилизатор. Первого уровня. Там в одном из кейсов, по-моему, ствольный стабилизатор. Второго уровня. Здесь тяжелые боеприпасы. Здесь боеприпасы. Здесь ствольный стабилизатор. Второго уровня. Добыла немного материалов. Эй, спасибо. Я приду. Ладно. Нужен прицел для штурмовой винтовки. Не дай. Крылья активированы. Ой, еще лучше здесь ранец. Второго уровня.
материалов. Я иду туда. Вам стоит последовать за мной. Мы слишком разбрелись. Нужно вернуться в строй, народ. Половина отряда склеила ласты. Справимся. Спасибо. Я тут слышала, что ты была высшим хищником. Прям как мой папа. Чё? У этого? Очень жаль, второго? Что он погиб. Возможно, кто-то его сдерживал. Там контейнер сердца. Наш, походу, этот. Здесь увеличенный легкий магазин. Чё? Второго уровня. Предатор. Новый лидер по убийствам. Займёмся им, доктор. Привет. Крылья расправлены. Высшего хищника, говорит. Здесь враг. Значит. Предатор самого высокого говорит. Ага. Это он просто еще против меня не играл. Крылья активированы. Не, раньше, блядь, легко было. Предатор. Блядь. Платину еле или апач. Он там сейчас? Засекла полу противника. Еще на крышу. Да, противник, меня не засек. Этого арму. Огонь! Эти оковы крепки. Я их понял. Засекла противника. Сломала щиты тому бандиту. Без арма. Ебать! Лиса 3. Я под огнем. Брат на кап. Перезаряжаю щиты. Лоу-лоу-лоу-лоу. Передам подкрался. Щиты истощены. Перезаряжаю. Я под огнем. Из армора же спит. Прямо здесь. Can kill one person something. Нет, двоих-то одного я красный стоял, второго мог. Хули он пиздит, блин. Шангбар. Где? С нами. Надо его ушить. Не, у лоб... ну, пати у нас. А, не тот же. Мы выстоим вместе. Однажды тебе придется нажать на курок. Важно знать, по какой причине. Я иду только одной дорогой. И это дорога наверх, крошка. Это ваш чемпион. Хорошее место. Не важно. Да. Держитесь крепче. На высадку. Да, увидели черт, цель. Да. Уничтожили цель. Увидели цель. Уничтожили цель. Блять, не успеваем. Давайте-ка разведаем. Скотти, будьте внимательнее. Это значит, что он говорит? Рядом приземлился Скотти. А с нами? Где-то там. Рядом замечена опасная цель. Скорее всего. Передисбашируюсь. Вот он. Меня заметили. Размер. Он бежит. Враг в поле видимости. Обнаружен враг.
Не открыли огонь! Лиса 3, все ракеты в пути. Перезаряжаю щиты. Меня заметили. Ускоряюсь. Бросаю осколочную. Первая роль. Началось. Перезаряжаю. Убила цель. Стреляю. Попадание. Под обстрелом. Сломала враг. У меня кончились энергетические боеприпасы. Сядьте. Я подошел. И еще одному спокойной ночи. Мы убрали последнего. Еще один. Перезаряжаю щиты. Перезаряжаю. Секунду, нужно перезарядить щиты. Где? Второй спот. Размечаю окружение. Где? Помните о новом. Я пробила вражеский щит. Поймала пулю. Я пробила вражеский щит. Спокойной ночи. Весь отряд помахал нам на прощание. Перезаряжаюсь. Осталось пол. Подзаряжающий ты. Новый лидер по убийству. Да пусть подавится. Я мечу повыше. Внимание, кольцо сближается. Молодцы. Погодите, кличут. Наблюдаю за этим местом. Эту труп. Здесь легкие боеприпасы. Вы готовы к своей смерти? Я да. Благослови мой взор. Припасы на подходе. Это нужно. Мне нужен ранец. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго не, уровня. Мне похуй. Одного и ПТ. Возьми второго, первого. Ладно. Побывал противник. Толкать или? Нет, вот так можно же. Зажать и дать. Замечен враг. Ну, бегать. За поле видимости. Обнаружила противника в том направлении. Размечаю окружение. Где мы бежал? Людей? Вижу цель. Ой, меня заметили. Один внизу был. Без арма. Блядь, плохо по снизу. Вот он. Вот он. Эй, ты че? Меня тоже нет. Эй, серьезно? Я все это время батарею пытаюсь сделать. Потом ты пошел в файт, я отменил батарею. Нет, мы втроем попали с ним. И он нокнулся, ебаный в рот, нахуй. Не надо было залить не, на тебя. Здесь попали, ну этот, Вингман ему. Я попался, ты попался, этот третий тоже попался на. И он все попал на. 150, сука, я ему дал. Не надо было забить на тебя и батарею сделать, и потом... Нет, как в таких случаях, да, до конца делай батарейку. Нет, я сверху, я видел, что ты фатишься, я сверху начал стрелять. Так, пиздробаша, хуйня все. Обязательно. Вместе мы искореним наших врагов. Стоишь, сука, стреляешься вингманом, не попадаешь.
жду вдохновения, я его завоевываю. Вольт не очень все-таки на расстоянии. Мы команда. Ну, у нас люди нормально. Контроллеры берут его, потому что контролить легче его. Хочешь? 31 вообще же легко. Со всеми перками. Надо же, я сильнее тебя. Блядь, броулер надо брать. Ищейку. Это ты имба. Я та самая. Двигаем туда. Не понял. Да. Они все на то место пошли. По центру. Размечаю окружение. Мы в следующем кольце. На нашей новой сцене. Первая кровь. Началось. Здесь увеличенный магазин для снайперской винтовки. Третьего уровня. Один чемпион пал, так и явится другой. Здесь тяжелые боеприпасы. Помните о новом лидере по убийствам. Я слышу биение сердца. Нужен ранец. Вуаль долой. Здесь кто-то проходил. Назначит новый лидер по убийствам. Вижу врага. Вон там. У нас новый лидер по убийствам. Попал. Сюрикен, макнул одно. Я под огнем. Бросил дуговую звезду. Бросаю дуговую звезду. Снизу. Здесь. Этот отряд грациозно покинул сцену. Половину отрядов отправили по домам. Перезаряжаюсь. Я в этого челика с сюрикеном попал, он сдох. Они с кем-то файтились или нет? А? Мне нужно подлечить. Они с кем-то файтились? С нами. Залечиваю раны. Восстанавливаю здоровье. Я в этого челика с сюрикеном попал уж таким образом. Припасы отправлены. Припасы в пути. Это того второго челика. Давай пока так. У третьего был. И не про я. Нет, здесь энергетические дробовики и патроны. Отец, даруй мне зрение. Нужно мгновение, чтобы подлечиться. Здесь ранен. Побери. Второго уровня. О, это мне нужно. Не будешь? Имена, спасибо тебе от всего сердца. Бля, да ну. Он в ту сторону, да? Стоит прочесать тут сторону. Местность. Сюда. Сканирую.
Кто-то справа что-то вызывал лайфлайн, по-моему. С какой стороны? Справа, вот здесь, вот в эту сторону, которую ты бежишь. Это подорог, тоже, мне тоже показал тогда. Лайфлайнчик. Пульту. И здесь ящики все открыты были. Ой. Сканирую. Тут закрыто все. Вон туда. Пойдем. Конечно. Туда. Можно открыть, только что открыто. Посмотрите вот на тут. Этого негодяя. Есть? Блин. Подожди, ты что же? Бля, оказалось, кто-то, ну, бежал от нас. Нет. Скан, нет, есть, дай скан. Кто-то. Я не слышу. Я к вам бежал. Не, вот что, ладно. А, похуй. Как будто кто-то топает нас. Вот же аирдроп. Прогуляемся-ка вон туда. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Это не аирдроп был. Второго уровня. Он до того, как этот аирдроп упал, был зуб. Осторожно. У нас новый лидер по убийствам. Альфа, чекаю, прям что. А здесь никаких следов не вижу. Блин, давно были следы. Ебать, что такое нах? Предлагаю смотри. Двигаться к этой точке. Это что-то вызвал. Жняр. Здесь тут неистовство. Начинает. Смотри, как будто челик нас. Нам придется спасибо. Пробежаться до кольца. Выдвигаемся. У тебя глюк. Не, пошли в сторону. Репликатора. Репликатор на подходе. Давайте готовить. Там, где мы были в этой день. Не понял. Пойти идет, блядь. С левой стороны где-то. Там бомбят там. Нет, там стреляли сейчас. Да? Я справа слушал бомбят. Я все это время здесь рукзак полагаться. Мимо него пробежу. Осталось еще два отряда. Не, вряд ли кого-то увидим, что кольцо схлопнется через минуту.
минуту, но мы недалеко от него. Тут Ива щит. Третьего уровня. Ты все поднялись? Я там. Через контейнер, да. Средний склад. Хуй знает где. Надо посос сделать. Это очень не тупо, недалеко. Кольце на нашей отряда. Новой сцене. И отряд все. Нет, там одно жунок, то ли БНН какой-то. При отряда был. Звука не было. Прибыль. Ну, бегла он кто-то, кого-то нокнул. Милость богов. Вот. Остался один отряд. Быстрая победа. Слышал откуда? Нет. Там, что ли? Прогуляемся-ка вон туда. Не, пока подожду тут. Пока никого не увидим. Будет где 195 в ту сторону, 210. Я тоже так думаю. Но если были бы, я бы услышал их отсюда. И возможно даже не в полный склад. Не, ладно. Они там. Мы внутри кольца. Благодать. Не свалился. Летит репликатор. Так, чтобы такого создать? Смотрю за той областью. И здесь нах. Качество нет, может. Может, он нас видел уже. Вернуть. Господи. Ну, где они? Где ответка? Ждание убивает. Да. Сидит где-то, отвечает. Меня слышно? У нас тут враг. Не. Что занавес скрывает? Не убивать. В смысле? Припасы в пути. Где?
Вот он. Стоит прочесать. Прости. Я батарею делаю. А, их двое, что ли? Я хз. Ты чё с херней ходишь? Нет, двое. Я думал, холодно. Золотой армор. Сердце узреет, сокрытое от глаз. Сори. Бросил осколочную. Перезаряжающий. Я на прицеле. Один здесь. Второй здесь. Надо обойти, слышишь? Я наверх, да? Ну, второй. Не, да, вот, либо так, либо так. С той стороны надо выходить. Я перезаряжаю щиты. Подо мной, что ли? Укрепляю свой ивощ. И меня. Дай, 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 дай! Я спрыгну. Дай. Блядь, я нахуй я его не убил? Да я спрыгнул. Я думал, спрыгнул куда-то, а там внизу оказывается вот эта херня. Не должен тебя убить, по идее. А? Блять, я думал, он соло, ебаный в рот, нахуй. Ты, блин, молчишь, что-то стреляешь, стреляешь куда-то на землю. И я иду, иду, мне бац, какой-то армор сносит. Не, он бежал, типа, без ничего, типа, и он, я думал, типа, он этот, приглашает на дуэль, нахуй, на кулака. Красавчик, я бегу, меня из ниоткуда второй, просто. Нахуй? Я какой-то второй, блядь, у меня в ухо стреляет, нахуй, вправо. Этот забойте у меня. Видно же, челики крыси, раз они все это время прятали. Да. Я вообще не понял, что произошло. Бежал, бежал. Не убивайте, Гришпот. Не, он бежал так тупо, нахуй, просто без ничего, сложа руки. Да. И сегодня мы сражаемся. А я такой с кулака, нахуй, давай, давай, ко мне. И потом второй, нахуй, в луку стрелять. Красавчик, что тебе сказать? Это ваш чемпион. Следите за собой, а еще сзади, сзади я от страха взял, спрыгнул вниз, а там просто взял и сдох об этой херни. А он убивает, что ли, все-таки? Да, у меня жизни мало было. Я пока спереди с телеком стрелял, сзади еще. А, он просто, по-моему, ну, минимальный дамаж, по идее. Ну, у меня и так ХП было мало. Да, с нами будет один склад минимум. Никого не вижу. Не, есть, есть. Два склада. Да, ну да, конечно. Конечно, все равно полный. Ноль оружия. Блять. Ну, зато у него есть оружие, на. Да, подожди, 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 дверь. Дверь надо было закрыть. Дверь закрой, пока. Дверь закрой. А, Феникс свои. Там один склад убили. Рейф здесь, на ферм. А, это наш? А. За мной, за мной, за мной. Где? Ага. У меня, блядь! Фокусируйся.
Меня заметили. Дымовая пошла. Ебать, что сейчас было, ну? Последний боец вражеского отряда сбит. Перезаряжающий. Дайте мне время. Входи, сейчас забинтую. Третью. Здесь аккумулятор щита. Чё? Надо тебе? Забери. Тебе надо. Здесь аккумулятор щита. Нужны легкие боеприпасы. Дайте мне время. Перезаряжу врага. Ой, дай, они. Оружие, херня пол. Мы в кольце. Одной проблемы и меньше. Ну, что, погоди, сейчас забинтую. Сам файт идет. Что, нам тоже? Это там. У нас новый лидер. Враг в поле видимости. Это пошли. Ой, ой. Автоматику. Внимание, припасы в пути. Припасы на подходе. Всем в зону высадки. Healing. Э, вот они. Здесь враг. Меня зацепили. Меня зацепили. Сука, между двумя сломали. Как он так оказался? Я думал, вы на втором этаже? Тут нет. Я сама выношу мусор. Запомни это. Ух! Я залез наверх, думал, вы на втором стоите. Нет, на третьем. Блять, нахуй поезд, пусть. Вторая, сука, откуда ты взялся? Сзади. Я начал одного шмалять, меня в спину вторую. Раный пистолет в руках. Что с ним делают? Ни одного автоматического оружия нет. Я тоже пистолет был. Нас ждет битва. Все облутал. Везде пистолет, дробовик. Нашел вольт. И от него только там сколько? 40 патронов. Один укол, и я засияю как солнышко. Ха-ха. Если вы со мной... Это ваш чемпион. Вы знаете меня в лицо. Так найдите меня. Приземлиться вот тут. Лады. Принято. Приготовьтесь, наш выход. Я пройду цель. Понял. Забудь. Станы летит. Нет, он справа пошел. Есть же, да, с нами? Нет. Справа ушел один вроде. А, он другой, да? Вон то здание большое. Там враг. Первый раунд. Начинаем. Робот сбит. Обнаружен враг. Пошли туда. И
здесь есть ранец. Там есть второго уровня. У, я там, блядь, типа... Осторожно. У нас новый лидер по убийствам. Рюкзак за ним. Чур моё. Где наш тип? Кто тут съебался на хвосты, блядь? Спасибо. У меня один дробовик. Пошли, пошли, пошли. Хилиц. Ну там просто другая война. Он успеет захилиться. Размечаю окружение. Перезаряжаю. Враг нейтрализован. Перезаряжаю. Право должен быть водом. Блядь, они purple armor, они все будет. Ладно, хуй. Ебать. Хорош, нет, может, патрон. Какой? У них. А, я думал, блин. Здесь легкие боеприпасы. Заберу. Мне это пригодится. Не, чё, один миротворец, и все сектором бегают. Ещё половина там отряда. Это... Удерживаю эту точку. Побери. Новый лидер по убийствам. Ну-ка, поосторожнее. Нашла дополнительные припасы. Сян, дай. Нашёл куда? Материалы. Давайте в посмотрим, сторону. Что тут. Сканирую. Я понял, они сюда побежали. Не, вниз спустились. Не, нахуй надо типа туда. Эта дверь открыта. Там дальше надо вот и захилились они. Размечаю окружение. Да, пошли обратно. Смысла нету с ней их искать. И дальше побежим. О, заебись. Тут увеличенный энергетический магазин 4 уровня. Я уже выкинул. Большой надо? Тут лазерный прицел 3 уровня. Мне это нужно. У меня банки есть большие. О, есть от лазерный прицел. Нашла дополнительные припасы. Не на тяжело на фотоне нужны крючки. На фотлайн. Пойм, по идее, был мне там. Мне нужен стандартный приклад. Мне нужен увеличенный тяжелый магазин. На, тебе. Там сейчас. Где ты? Здесь стандартный приклад. 3 уровня. Нет. Спасибо. Мне нужен, но она мне бесполезна. А, и так контрит у меня.
мое. Сканирую. Здесь ствольный стабилизатор. Третьего уровня. Мне нужен затвор для дробовика. У меня есть затвор для дробовика. Ну, пока придержи. Начинаю отсчет кольца. Хуя банок, ну. Держи свой подарок на день рождения. Здесь аккумулятор щита. Некоторые из нас не в кольце. Цель поле видимости. Нас ждет победа. Держи кош. На мосту. Вот сюда идет. Замечен враг. Я отойду лучше. К вам. Производит здесь аккумулятор щита. Щиты отрезали. Здесь аккумулятор щита. Вам ко мне надо? Там кто-то уже был. Принято. Давайте проверим, что здесь. Паша, и похуй. На блудхаунде просто пробежал к ним спину. Мы недалеко. Щиты заряжу и готов. Нужно мгновение. Я говорил вообще, что ты? ЛГБ, ЛГБ, что ты кричал? Я там всем кидал этот ульту. Я видел, она меня походу, да, тоже сделает. Не, он, по-моему, тебя не дамажит. Я, по-моему, от неё дамажит. Возможно, но точно не знаю. Вижу цель. Принято. Соло, пошли. Цель в поле видимости. Я это тоже говорил, Соло. Воины, кольцо движется. Он точно один. Внутри нет никого. Вот он. Эй, меня стреляют! Эту штуку им никогда не пробить. Побегай. Пространство. Си. Вон там. У меня патрон кончил. Сзади. Блядь. Сзади, вон там. Это друзья его. Ты вон зашел. Пошли сзади ему. У меня спину теперь шмаляют. Осторожно. Камни, кубу. Жопа, позиция. К нам бежит впереди. Сверху. Его этот пушит. Вот сюда пойдем. Я здесь. Третий раунд.
отец. Даруй мне. Я под огнем. Поздоровайся. Мне нанесли удар. Обнаружен враг. Кину, может. На батуте убежал. Я его убежали все. На мосту. Справа. Спение. Еще наверху один. Пиздец. В жопу какую-то зашли, блин. Один, говорит он. Ну, а ты... Так он же один был там. А, это последний склад был? Заебись. Бежали. Сэндвич сами себе затянул. Кстати, там же... Там же только один, двое остались, нет? Трое было, какой? Один на скале стоял все это время. Нашивал всех. Я одного точно нокнул. Один на... Только что в последний файт. Один на скале, один меня и один под мостом. Сука, блядь! Не пришел, то в сторону убежал. Двое дальше сзади оставались. Пока мы вдвоем одного поймали, пошли поймать. Этот другими воевал. На. Я обратно пошли нахуй помогать ему. Мы побежали за этим, мне спину тот второй ушатывает. Ты говоришь, пошли за ним, этот выходит наверху теперь обратно. Да сами бутеры катать. Ну уже думай головой. Говорю, сами бутеры оказались. Хотя могли его до конца добить. Тогда этого потеряли бы. Нет, тех еще зону приперло, они там стоят, как ни в чем не бывало. Тепловой щит же. Тепловой щит твой же, нет? Их не тоже. Я свое дело знаю, уж поверьте. Они тоже кидали. Я не видел. Я видел наш. Один, короче. Один, нет, там был. Один своего поднимал. В этом тепловом щите. Хочешь полетать? Я отлично ведомый. Ну, типа. Наверху уже скушал, по-моему. Перед вами чемпион. Какой щит спас там? Балдёж в попе. Удачи всем. Так, это вообще Гибралтар им нормально, типа, спускаешь жопу, мах. Или хоть Джорджини объявили, нет? Ты видел, да? Нет. Арсенал Джорджини купил. Джорджини? Серьёзно? Из Челси. Будете мне мешать, и ещё пожалеете, что я вас просто не сгладил. Я знаю, консолку этот арендовали, этот, Барселон. Ой, блядь. Они Хайседа не смогли из Брайтона купить. Надеюсь, вы готовы. 75 миллионов предложили. Брайтон отказался. Предлагаю сходить туда. И они взяли Жоржиньо на полтора года. А, последний, не последний, а попробуй как-то упасть. Пошли туда. Да, я понял. Ты куда вниз ушел? Активирую щит. Тут ни одного оружия. Ты внизу? Я иду. Да, ты пиздец. Крылья расправлены. Другой, другой. Дай, дай, уходи. Попадание. Где наш третий? Здесь враг. А, левая это. Он что, просто ливнул?
да? А он типа ему не понравилось, что мы в мясо прыгнули. Да. И ты говоришь, на вот этот этаж и сам ниже ушел. Не, я хотел тебя просто туда поставить и сам упал, блин. Да, пока оружие искал, ты уже лежишь там. Не, я нашел оружие просто. Этот все спиздил. Пень в поле, блядь. Оружие долго подбирается, ну. Ничего лучше холодной стали в жаркий день. У нас с ребятами все на мази. Ох, сейчас кому-то наваляем. Сегодня я буду пробивать не только звуковой барьер. Сейчас Модрика подписал, Феликс подписал. Перед вами чемпион. Еще сейчас Энцо Фернандо соберет. Та самая темная трансвейка, семь игроков январь трансферном окне. Значит, выпускающий буду я. Вот вам повезло. В декабре? Угу. В декабре, говорю. В смысле декабре? А, подожди, в январе же, да, было? Ну, январь, скажи, трансфер зимний. Январь. Мне кажется, этот, как его, блядь, тренер. Грамотно. Просто, да, он походу этот, блядь, мы туда ведь. Надо мной один приземлился. Без нихера нет. Меня заметили, ускоряюсь. Горит он. Перезаряжаешь ты. Враг уничтожен. Тут заряжаешь ты. Ты чё не убиваешь? Нас атакуют еще один. Это другой, что ли? Это другой регионал? Да. И наверх? Наверх надо, да. Рейф убегает. У меня патронов нет. Вот. Гори. Я тебя прикрою. Дым. Вот и весь отряд. Пленных не бить. Все будет хорошо, я с тобой. Не туда кинул. Цапай армор. Да он такой же, как у меня. Я нулевой. У них почти прямая траектория. Вышел. У меня перезаряд. С той стороны еще один чел. Накормлю всех свинцом. Он заебал. Я тебе помогу, но ты забываешь про имя Шейла. Уговор? Секунду. Нужно перезарядить щиты. Это был последний. Погоди. Сейчас комментую. Погодите. Пусть понюхают дыма. Заряжу и готово. Нужно 3 кольца. У нас позиционное преимущество. Лечусь. Прикройте. Чё кто пытается? Умение бездействует. Я бросил вражеский щит. Перезаряжаю. Красава. Погодите. Где он? Перезаряжай. Мразь, вот и весь отряд. Пленных не берем. Осталось половина отрядов. Обувай. Лечусь. Прикройте. Подзаряжающий ты. Припасы в пути. Это либо припасы, либо либо небеса. Черепа. Просто рады меня видеть. Лечусь. Прикройте. Ебать, скиллов.
еще один кейс валяется. Везде хэмл. Здесь увеличенный легкий магазин. Здесь приклад второго уровня винтовки. Третьего уровня. Ёбаный ревенант, сака. Запарил. Двое еще одного минутку. На случай, если они решат бросить мне вызов. Один. Нет, второй вообще какой-то больной. Второй какой-то больной. Давайте-ка разведаем это место. Приходит. Тяжело патроны. Здесь тяжелые боеприпасы. Не, далеко уж. Не хочу. Здесь есть Ива щит. Второго уровня. Патронов нет, правда, у меня нихер. Здесь легкие боеприпасы. Крылья активны. Это мое. Кажется, слева. Но это так, мелюзга. Или кажется. Я хуже. Поймала пулю. Да, сюр. Накормил всех. Нет, патронов нет. Но как? Какой-то сюрфер. Там еще один ревенант. Ой, это ревенант. Я свалился. Уйди, успокойся. Закиньте, вот тут, вот тут, давай. Вот тут. Меняем позицию. Ко мне. Я с тобой. Так, давай договоримся. Там два, сегодня две команды. Дух, ладно? Да, две. Успою тут дыма. Погодите, лечусь. Щиты заряжу и готово. Лечусь. Прикройте. Хорошо, правда. У меня только ведомый. Противник убил одного из наших. Остались только мы с тобой. Лечусь, прикройте. Это? Справа. Лево, справа. Справа. Поставь дымку. Лисады, видимость четкая. Есть захват. Я попал. Бля, сзади. Помощь потерпела крушение. Патрона не могу нигде найти. Долбаная игра. Так, ноль патронов легких. Ноль. Подобрал 301, там два патрона в магазине. Нет, первый, блядь, я... Конечно, он хорошо, ну, стреляет, но я не уберу его, потому что быстро уходит патронами. Лучше фитлайм беру. Не, все равно одинаково дамаж. Хотя с одного магазина дамаж. Весь армор и здоровье снимать можно с ним. Ну, с флотлайна тоже. С него легко можно попадать. У флотлайна это тяжелее продержать. А 301 он как лазер просто прямо стреляешь. Ну быстро пуля потеряется. Нормально. По сравнению не... с AR-99. Ну да. Когда R99. Хотя 99 ты не будешь. Не, 99 типа дальний ты не будешь стрелять его. Как я. Ну даже ближнего и сложно. С него надо прям точно целить надо. Не промахиваясь. Да, вот кары убрали, но он имбена. Я заслужила свои шрамы кровью и потом. Я как раз волосы уложил. Даже в кольце надо выглядеть на все 100. Любое страдание идет на благо познанию. Я прослежу за этим.
Перед вами чемпион. Кто на меня? Найдите меня, если сможете. Нам стоит проверить тот сектор. Увидели цель, уничтожили цель. Куда летят? А, это, да? Давайте разведаем это место. Нет, слева есть. А, нет. Они вот туда пошли. Справа от тебя есть. А? Вот тут есть. Снять предохранителя. Рядом со мной приземлился враг. Ловушка с газом установлена. Сломала вражеский щит. Перезаряжаю. Внимание, первая кровь. Перезаряжаю кровь. Сталаги всегда отлетают первыми. Убила цель. Не, нормально. Первый раунд. Начинаем счет кольца. Это засланный казачок. Я ввожу независимую переменную. Обманули дурачка на 4 кулачка. Полу куда-то побежал, но... Щиты заряжу и готово. Здесь его щит. Второго уровня. Возьми. Новый лидер по убийствам, да? Это ненадолго. Одна минута до... Да, мне пригодится. Это добью это. До кольца не так далеко. До сжатия осталось 45 секунд. Ловушка установлена. Данные скоро поступят. Враг убит. Еще один на моем счету. Перезаряжаю. Спасибо. У меня. У меня стреляю. Бегу. Я свалил. Пока беги, да. Есть тут один. А, они, блядь. Нашел подопытного. Нет, один бежал. Перезаряжаю. Я пробил его. На, нахуй, блядь. Отличное Черт. Попадание. Ёбаные лисицы, нахуй! Ёбаные лисицы! Что-то ебал это! Не, блин, пока армор одел. Смотри, смотри, вот тут я застрял, нахуй. Я ничего не вижу. Наш херово свою ловушку расставил. Спокойно в дом зашли. Ой, блядь, лестница застрял, сука. Пошел, блин, за армором. Не, я все. Психуйно. Пойду спать. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.
The smartest player in the squad is Eugenio, 100%. Does he have a... Welcome to Esperanza. Prepare for battle. Select your hero. Don't let up!
HP Mercy. Oh, we don't want HP. Thank you.
Вот так.